Ah, one more for the game. Come, sit. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. Что с твоим ртом? Еще не успев запустить, я уже сломал игру. Ну да ладно, короче говоря, всем привет, это первый взгляд по игре Hand of Fate, в которой мы с вами, собственно, посмотрим ее примерно на протяжении получаса. И на самом деле я знаю, что многие из вас не любят карточные игры, я люблю, между прочим, только играть в них не умею. Суть в чем, эта игра является сплавом карточной игры, ролевой карточной игры и слэшера. Это на самом деле очень дико звучит, но поверьте мне на слово, потому что я знаю про эту игру, она действительно очень и очень хороша. Она буквально на днях вышла в Стиме, поэтому все неравнодушные могут, в принципе, обратить на нее внимание. Я просто хотел вам ее показать, потому что я знаю, что люди скажут там, карты. Просто посмотрите эту игру. Я сам ее еще не видел, поэтому вдруг сейчас вместе с вами разочаруюсь. The game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Это первый запуск, поэтому разбираться мы с вами сейчас будем вместе. Это, наверное, плохо, надо было посмотреть игру перед Сири, но нет. Так интереснее. Валет пыли. Here is the first member of my court. The Jack of Dust. 12 in all must fall before you may challenge me. Предводитель разбойников сильнее и быстрее большинства разбойников, что попадались вам на пути. Он может впасть в ярость и наносить сильнейшие удары, которые невозможно блокировать. Кроме того, он вдохновляет своих последователей, и те воруют у вас золото при каждом ударе. Ну, то есть, такая вот типичная карточная игра, садятся люди за столом, да? Казалось бы. Я на самом деле в такие дела только пару раз играл. Настольные, там, ролевые, вот эти вот все игры с картами. Мне очень понравилось, но я нифига не понял. Let the cards fall where they may. We begin. Так, хорошо, что я делаю. Выберите следующую карту. Ну, вот я могу выбирать. Ну хорошо, пусть будет так. Извилистый каньон. That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. И он прикольный такой рассказчик. Так, у нас здоровье, пища, золото. Вы видите клинок, сверкающий на солнце. Он лежит рядом со скелетом на дне отвесного ущелья. Стены ущелья увиты плющом. Спуститься по ним легче легкого. Спуститься вниз или уйти? Первый выбор, конечно же, спуститься. Так, спуститься вниз и достать клинок. Choose from these options. Отлично. Это было несложно, как бы. Очень осторожно вы спускаетесь на дно ущелья. То есть, я так понимаю, из этих четырех нужно было выбрать одно правильное. Ну, тут как бы три правильных и одно неправильное. Это поначалу, я так понимаю. Дальше надо быть повнимательнее. Просто я так просмотрел и, честно, ткнул наугад. Я вообще не туда смотрел в данный момент. Хорошо, будем знать. Вы забираете оружие с трупа. Вытянуть карту, карта оружия. Хорошо. Меч, урон 23. Нажмите кнопкой X, чтобы нанести удар по врагу. То есть, казалось бы, да? Полутекст в РПГ, полунастолка. Ничто не предвещает, как говорится. Но вы увидите, я просто увидел ролик и думаю, япона мать, а это круто. И, короче, почитал отзывы в Стиме. Народ там вообще в восторге. Поэтому... Ну да, мы теперь выберем новый меч. A moment to savor. That will make you much more effective. Так, ну что, куда же пойти? Пойдем направо. Дева! Страшненько, правда. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. В общем, двинулись мы дальше, смотрим, дева идет по дороге. Посмотрели, какая-то страшная, щекастая, тройной подбородок. Но, когда ты идешь несколько лет по лесу, красивым покажется даже такое. Однажды в тенистом лесу вы встречаете эльфийское дева. Она останавливается, чтобы приветствовать вас.
ох уж эти эльфы. Я Мерит из лесного народа. Мы уже давно помогаем смертным на этом плане бытия. Какой награды ты ищешь? Попросить долгой жизни, попросить припасов, попросить золота. Рулетики есть? Нет? Ну, тогда долгой жизни. Пища 8 осталось. Золота вообще нет. Давайте золото попросим. Мерит, похоже, удивлена. Не часто бывает, чтобы приключенец просил денег. Ну что ж, если таково твое желание. Сдающий дает вам карту. 3 золота, карта добычи. Окей, хорошо. Получили... I'm sure you are grateful for that. Спасибо. Получили чуть больше золота, чем я рассчитывал. Круто. Слушай, мне прет. Да хорош, хорош. Котелок, не вари. Помни, смертные, что безрассудно храбрые герои встречаются только в балладах. Тот, кто хочет выжить, подумает дважды, прежде чем связываться с богами и чудовищами. Окей, так, я могу как-нибудь сохраниться? Судя по всему, нет. Ну ладно. Короче, вы знаете, в последнее время какой-то такой вот прям ренессанс вот этих всяких RPG-шек. Помните недавний Darkest Dungeon, вот эта вот игра, это что-то такое? Во-первых, не похожее на современные RPG-шки, то есть как в 90-х годах, когда каждый... Собственно, во что гораст, то и делал. Все игры были разными, не похожими друг на друга. Это сейчас они сформировались в разные жанры, и там все уже такие, еще один клон Скайрима, там еще один клон Dragon Age и тому подобное. О, смотри, паук. Ненавижу пауков. И, короче, вот сейчас, вот, когда расцветает инди-направление, сейчас, я думаю, вот именно момент формирования, дальше в будущем, лет там через 5, здесь тоже все будет закостенело, но пока что мы видим новые жанры, новые смешения всякие. И это очень круто, очень интересное время. Очень неплохо все. Ладно, пойдем. Господин Лайонел. I was never a fan of illusion or pretense. Here I'll make an exception. А кто это такой? Вы наслаждаетесь ужином в местной таверне, как вдруг рядом с вами присаживается чудной старик. Он довольно чувствительно бьет деревянным посохом вам по плечу, чтобы привлечь ваше внимание. Вы оборачиваетесь и понимаете, что это гоблин, плохо замаскированный под человека. Да уж. Его морщинистое лицо расплывается в улыбке, а в глазах пляшет искорка безумия. Я господин Лайонел. Если предоставишь мне, я попрошу, я наколдую тебе, что только захочешь. У меня даже колдовской посох есть, я сам сделал. Так, он безудержно гогочет несколько минут, потом затихает и терпеливо ждет вашего ответа. Дать ему хлеб с вашей тарелки, дать ему 20 золотых, спросить, что ему нужно, игнорировать гоблина. Да мне не жалко, он прикольный. Держи золото. Он несколько раз сбивается и перекладывает монеты, пытаясь сосчитать, сколько вы ему дали. Это продолжается достаточно долго, после чего он спокойно и неторопливо глотает все монеты по одной. Так, посмотрим, что у меня для тебя есть. Он стучит посохом по полу. А что это было? А, монеты исчезли. Он стучит посохом по полу, и у ваших ног появляется щит. Держи, старина. Он ударяет вас теплой улыбкой, оскалив кривые желтые зубы. Ты так похож на моего сына. Мы с тобой раньше не встречались? И он дарит нам щит. Щиты с этой особенностью позволяют герою отражать снаряды на атакующего. Ну окей. То есть мы все еще играем контрмер, оружие с такой... Ну у меня так... у меня и то есть, да? Нажмите кнопку Y, чтобы отразить заряды. Нажмите кнопку Y, чтобы... Слушай, прикольный щит, походу. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Вы не успеваете ему помешать, и он с нечеловеческой скоростью хватает с вашей тарелки маринованный лук и выбегает из таверны. Прикольно. Пока ничего не предвещает того, что последует дальше. Ну, то есть, как настолка, это шикарно. И если у вас развита фантазия, то в такие игры... Вроде вы смотрите на чувака, да, за столом. А сколько уже всего происходит? Страшную фейку встретили, гоблина. Ну да ладно, последняя в этой колоде. Лестница. Every step you take consumes food, but you will also heal as you proceed. Это да. Хорошо, а как мне еду вообще... Вы обнаружили выход из этой области. Идти по лестнице и повернуть обратно. Идти, конечно. Нас ведет дорога приключений. Начинается новая глава ваших приключений. Your journey is well begun. This is what I was looking for.
Игра в Стиме сразу на русском языке, поэтому не запутайтесь, все достаточно очевидно. Засада. Ох. Кто ж знал, что эта карта так называется? Легкий шорох за спиной. Все предупреждение, которое вы получаете о грозящей вам смертельной опасности. Тянуть одна карта монстра. Пыль. Тройка пыль. Так, ну давай посмотрим. И вот начинается нечто не совсем обычное, насколько я понимаю. Да. Боевые вопросы вы решаете так. Так, атака X, а уклонение B, ошеломление, прям Бэтмен. Прям Бэтмен. Y, контрмера. Ну, я без контрмера сберусь. Он меня задел все-таки, что ли? Ого, живой. Офигеть, круто. А, черт, сам к нему припрыгнул. Вот такая вот карточная настолка. Слушай, я неплохо наловил. На 10 здоровья аж. Ну, в принципе, и сотни это мало. Обыскивая место битвы в поисках ценностей, вы вдруг понимаете, что один из противников лишь притворяется мертвым. Подкрасться и перебить противников. Или бежать. Давай добьем, какого черта, это же... Так, ладно. На удачу, просто на удачу. Ну, поначалу это несложно. Боевка в игре реально Бэтмен. То есть очень удобная и очень отзывчивая. Один удар по голове и все, больше не притворяется. Вы заканчиваете обыск. Сдающий дает вам карту, три карты добычи. Снаряжение. Топор, урон 25. A peasant's weapon, but effective nonetheless. Да, как бы его ни называли, а топором, если кого-нибудь по башке даже мало не покажется. Хоть он Брюс Ли будет. Так, меч 23, да, меняем, конечно. Really? Is that what you're going to do? Так, далее, 5 единиц пищи. Вот это победа. Еще 3 единицы. Вообще зашибительски. Так, хорошо. У нас пока одна дорога. Странствующий ремесленник. И мы подлечились немножко, кстати. Говорили же, что после каждого хода тратится еда, но при этом подлечивайтесь. В тенистой роще в стороне от тракта вы встречаете бродячего торговца, который рад совершить сделку с путником. Черт, эта игра просто охренительна, вообще мне очень нравится. Ремесленники продают самый свежий товар. Подойти или... Ну да, посмотрим. Приветствую, добрый человек, у меня найдется немало полезного для вас. Например, золота у меня хватает. If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Купить предметы, продать предметы, купить еды. Ну, давай посмотрим, что у тебя продается. Меч. Дамокл. Шлем исследователя. Вот шлем бы мне не помешал. Ну, это во время боя нажмите правый бампер, чтобы метнуть ножи. Да, и так справляемся. Вот шлем не помешает. Мне просто очень фартануло там по деньгам, поэтому я считаю, что успех надо закрепить. Так, продать. Что мы можем продать? Продать меч. Ага. Здесь мы ничего не трогаем, здесь у нас, в принципе, все нормально, да? В общем, я на самом деле, просто у меня когнитивный диссонанс, когда я вижу вот такую вот карточную игру, реально, карточная игра, которая сделана, ну, в духе, вот так вот просто сидишь, текстовых RPG-шек, если кто помнит такие, это вообще на заре игровой индустрии были, я в парочку играл на телефоне, это круто, мне очень нравится такой жанр, когда сами там все себе рисуете в воображении. Но когда боевка, мне кажется, это хорошо, что они сделали, что именно боевка здесь в формате слэшера. Это круто. Ущелье покойника.
Пересекая древний веревочный мост над ущельем покойника, вы вдруг слышите под мостом шорох. Засада. Тянуть одна карта монстра. Два пыль. Ну-ка, покажи. А, то есть сразу к битве. Я думал, мы сейчас что-нибудь выбирать будем. Так, шлем нацепил, щит взял, топор в руки. Погнали. Че? Так, контр я, ну? Все, свободен. Знаете, чего я хочу? Чтобы у них, когда руки отлетают, чтобы там не вот так вот было, а чтобы кровь хлестала, и кровь, кишки и страдания, как говорится. Потому что это очень странно выглядит. Вы обыскиваете трупы в поисках ценностей. Сдающий дает вам карту. Три карты добычи. Ну, сама по себе боевка, я так смотрю, она примитивненько слизана с Бэтмена, но не могу сказать, что она прям дико хорошая, но для такой игры подходит. Хорошо, чем нашли там? Щит. A strong left arm is as important as a strong right arm, after all. Так, но он лучше моего, нет? Ну, наверное, лучше. В принципе, у него показатели какие-то отсутствуют, но и у того, и другого отсутствует присутствует контрмеры и отражение. Ладно, берем. Припасы. Шикинские. Везение. Зашибись. Я вообще везучий человек по жизни. Наверное. Так, а во, инвентарь есть. О, смотри. Там же написано все. Слушай, вообще прикольно. Круто. А, что еще тут есть? Да, в принципе, и все, да? Хорошо, пойдем посмотрим, что это такое. Валет пыли. You have reached my first champion. A good man, driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Посмотрим. В развалинах древнего храма среди вечно движущихся песчаных дюн живет таинственный предводитель пустынных разбойников. Он прославился своей жестокостью по отношению к хорованам со специями, которые осмеливаются появляться на его территории. Он правит пустошью подобно королю. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Хорошо, ладно. Приступим, что ли? Давай посмотрим, что ты можешь, валет пыли. Я думаю, это будет уже не так просто. Ого. Ну что ты рисуешься, ну? А меч прикольный, я хочу отобрать. Так, полетело. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Поэтому будем отскакивать. Пока что изи. Один готов. У него что там, пистолет, что ли? Ну конечно. Не знаю, пока что реально. Давай. А, черт, задел. Так, все, приступим. Че, попустило? Блин, да я же контрил. Нет, его вообще, короче, не законтрит. Ладно, будем знать. А, блин, не успевает, не успевает прыгнуть. Нахрен, нахрен таких. Он сейчас сдохнет, по-моему. Заломали. Я так понимаю, разбойники это... О, это я? Что-то я какой-то страшненький. Down into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul.
Прикольно оформлено все. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Few fall at the first hurdle. None reach the last. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. Я голос этого чувака, который озвучивал, где-то слышал, он очень знакомый. Но, как вы видите, мы получили. Наша первая награда. Серьезная. В качестве награды за победу над валетами разбойников получаете эти новые карты. Я очень рад. Валет черепов. Зал мертвого короля. Местная крестьянка. Выбор дьявола. Лика. И капитан гвардии. Тут у нас средняя броня, цепи ярости. Контракт наемника, круто. Средняя броня, дыхание стойкости и отчаянные меры. Много всего хорошего. Ну и в последний. Нападение разбойников, лабиринт ловушек и гоблины. Хорошо, новая колода. Shall we deal again? Давай. Ah, good. Now you understand the basics, we can begin in earnest. Your hero is returned to his beginning items. Our decks are reset. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. То есть, как вы понимаете, здесь есть бесконечный режим, в котором вы можете играть сколько влезет, и режим приключения, где будут вот эти вот похожие из колоды справа. Я куда сейчас не могу переместиться, к сожалению. Там, как вы видели, много достаточно боссов, которых нужно будет убить. Я так понимаю, вот эти вот разбойники, люди, это наша меньшая проблема. То есть будут и тролли всякие, и великаны, и прочие маги, и там даже, как кто-то писал тут, боги. В общем, вот такая игра, как вы видели, достаточно увлекательная. Люди, которые даже очень далеки от всяких карточных игр, ну типа меня, все-таки... Я думаю, должны хотя бы попробовать эту игру. Ну, она прикольная. Она прикольно выглядит. В ней очень крутая атмосфера. Ну, не знаю, как насчет атмосферы, потому что я сам себе просто придумал. Вот там говорят, типа, вот ты идешь по старому мосту, там, тряпичному. Ой, веревочному, тряпичному. Я такой сразу, о, придумал, там, круто. И, короче, все, сразу проникся. А у кого-то может быть, там, свое мнение на этот счет. И у него какие-нибудь личные счеты к веревочным. Слушай, ты этот, давай не надо, я не боюсь вообще. И, может, он не любит веревочные мосты, ему игра не понравилась. Короче говоря, просто прикольно. Не знаю, что-то в этом во всем есть. И, как я и говорил, новые валет черепов. Time for you to face my undead army. Meet the Jack of Skulls. Хотите ли вы использовать рекомендованные колоды? А, еще колоды надо показать, как они работают. Я сам, правда, не знаю. Или вы сами это посмотрите, не знаю. Так, ваши колоды, карты... О, господи, я, по-моему, убился только что коленкой. Ваши колоды карт были обновлены. Обновлены. Хорошо. Ну, вот и оно, да. Это наши все карты, которые мы можем использовать. И у каждой из них есть свое значение. Так, ну ладно, все. В вашей колоде карт слишком много карт. Уберите часть из них для... А, вот в этой. Так, ну мы тогда уберем, наверное... Я даже не знаю... Я просто не знаю, что означает, поэтому... Ну, ладно. Some cards are locked and cannot be removed from your deck. Господи, давай засаду уберем тогда и все. Так, 12-12, все окей, хорошо. А теперь идем обратно. Это наша новая задача. Начинаем игру. I will add my own cards to the deck. How boring life would be without a little spice. Торговцев проблем накинул и тому подобного. Паук там прям по столу ползает. А-ха-ха. Круто раздает с помощью магии. You play for life and death. Prepare yourself. Prepare yourself. I'm ready.
Окей. Извилистый каньон. It lives in every game. That initial moment where things begin. Вы... I have worked on these cards all my days, and the canyon has been there from the outset. Вы видите клинок, сверкающий на солнце. Он лежит рядом со скелетом на дне отвесного ущелья. Просто вот представьте вот это вот. Не знаю, с одной стороны, вот можно, конечно, подход. Вот Dragon Age, допустим, самый красивый RPG на данный момент, на мой взгляд. Графон там реально просто поразительный. И очень хорошо, что вот такие игры выходят, где ты просто с помощью графона можешь оценить масштаб. Но с другой стороны, я тоже люблю игры, в которых ты это все описываешь текстом, и ты сам себе все это воображаешь, потому что воображение мое, оно гораздо богаче, чем возможности графического движка от Battlefield 3, скажем. У кого как, в принципе. Ну да ладно, короче говоря. Стены ущелья увиты плющом, спуститься по ним легче легкого. Спуститься вниз и достать клинок мне не помешает. Кстати, надо было посмотреть инвентарь, а я сразу сюда полез. Ну да ладно. Интересно, убьюсь, нет? Просто на удачу. А, я везуч. Очень осторожно вы спускаетесь на дно ущелья. И чё? Чё это такое-то? Угу. А это ржавый топор. Я ради него, что ли, ходил? Подожди секунду, нет, получается, новый топор лучше, вот, точно. Так, хорошо. Короче, я уже хотел попрощаться с вами, но что-то меня эта игра прям утягивает, поэтому давайте еще чуть-чуть поиграем. Вот еще один ход вот этот, посмотрим, что он. Река. Running water protects against many things in myth. Generally, though, it's just a pain to get past. Путь вам преграждает река. Вода прозрачная, но течение быстрое. Повернуть назад, попытаться пересечь реку. Попробуем пересечь. Даже если умрем, ничего страшного. Мы заканчиваем. Огромный успех даже можно потерпеть. Круто. Ну и как тут определишь-то? Ну, чисто на удачу, да? Ну ладно, хоть не провал. В легкой броне переплыть реку относительно несложно. К тому моменту, как вы достигаете другого берега, вы замерзли и промокли, но зато вы целы и невредимы. Так, хорошо. Ну и что дальше? Вот это последний ход. Опять господин. I'm starting to wonder if you're simply leaving this card in as a quick way to get your hands on a shield. Ну, вообще-то, я, кстати, подумал об этом, конечно. Вы наслаждаетесь ужином в местной таверне, как вдруг рядом с вами присаживается... А, слушай, это прям повторение? Повторение мать учения? Ну, золото ты у меня не получишь. Что тебе нужно? Нужно? Мне нужно тебе помочь. Он стучит посохом по полу, и у ваших ног появляется щит. Держи, старина. А, то есть можно было денег не давать ему, да? Fling your opponent's challenges back in their faces. Вот это мне не прикольно, то, что повторяется. Но с другой стороны, карта выпала, это что? Это так. Вы не успеваете ему помешать, он опять спер лук и опять убегает. Окей. Так, а это что? Лестница. Bound once more, seeking the heart of it all. Я все понимаю, но я там с голоду маленько пухну. У меня еда убавляется с каждого хода. И осталось всего 6. Можно где-нибудь купить? Нет? Ладно, пойдем. Начинается новая глава ваших приключений. Many have reached this far. Further, in fact. I do not know if you have what it takes to do better than they did. Короче, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Щит. Ну, ничего тут нет. И тут ничего. Окей, хорошо. А куда все ушло? Мы же столько всего подбирали. Морду у нашего персонажа, конечно. Подожди, это получается для этой сессии у нас уже свой инвентарь. Ладно, понятно, будем знать. Короче говоря, давайте на этом заканчивать, потому что это нельзя просто закончить, это можно только прекратить. Игра как семечки, просто вот начинаешь и не можешь остановиться. Мне интересно. Не знаю, какое у вас сложилось мнение по поводу этой игры, но будет интересно почитать о нем в любом случае, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Мой вердикт после игры в нее в течение получаса. Игра довольно красивая, в игре неплохая атмосфера, и что-то такое затягивающее. Я не могу сказать, что она какая-то там превосходная, или что она там какая-то прям уж очень хорошая. Она очень такая нишевая, бюджетная, видно, что делали за небольшие деньги.
боевка дубоватая, но при всем при этом в нее интересно играть. Не знаю, если вы такое любите, то обратите внимание на эту игру. Я свою задачу выполнил и считаю, что все, с меня взятки гладкие. Я вам показал хорошую игру, а дальше играть или не играть, посмотрите уже сами. Надеюсь, вам был полезен этот первый взгляд, надеюсь, вам было... Take your time, if you like. Тихо. I've waited long enough. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, увидимся в других видео. Всего хорошего, пока-пока.